Всем привет, с вами Простомен. Сегодня мы играем Ring of Elysium. Вернее, Роя. Игра, голодные игры новые. Стадия разработки. Я уже поиграл одну катку, записывал для вас видео, но как-то я не понял, почему. Какие-то, короче, там помехи были. Записывал через OBS, помехи были. Сейчас буду записывать через GeForce Experience. Посмотрим, что из этого получится. Игра полностью на английском. Выбирать можно только, ну, получается, обычно мужчину, женщину, только китаянки и китайцы. Так как игра не русская, она бесплатная пока, в стадии разработки. Она сырая, я скажу, но оптимизация у нее лучше даже в данный момент, чем у PUBG. Если ее допилить в каких-то моментах, выбираем... Так, сейчас, извините, выбираем соло. Старт матч. В каких-то моментах, если мы будем... в нее играть, ее допилят в графике, ее допилят в том моменте, когда вот, например, кидают гранаты, стреляют, как нереалистично как-то, короче, получается. Я заезжал на машине в гору полностью, вот гора, можно сказать, под градусов 70, наверное, 75, если не больше, ну я примерно говорю, полностью, получается, я заезжал прямо вот в гору на полном ходу. Да, прикольно, здесь машины есть разные, бигфуты, джипы, там, потом жуки есть, получается, миллиметражки. Разные есть, машины есть разные, оружие разное. Я вот играл одну катку, увидел, что, в принципе, прицелы не нашел ни одного прицела. Нашел винтовку снайперскую, получается, у нее сразу прицел. Ну, как я понял, там прицел, ну, максимум X3, наверное, ну, может, X4, не больше. Долго грузится. Карта одна только зимняя. Выбираем, что у нас будет. У нас будет пистолет. Или давайте ружье возьмем. Ружье вот. Я вот выбирал, получается, вот этот скин пак. Глидинг пак и клумбинг пак. Здесь получается. У нас что это? А, это глайдер получается у нас. Это мы когда можем спрыгиваем откуда-то с большой высоты, мы можем лететь. Здесь немножко система другая по сравнению с PUBG. Тут выбирать надо не как на скин самолет, а просто выбираем, где мы появляемся. Будем выбирать где-то вот здесь, с краю, чтобы не особо... Нет, давайте вот здесь. Мы здесь были уже. И давай вот здесь. Да, вот здесь. Выберем тут, получается, появимся. Глайдер здесь летишь. Это, получается, можно спускаться с гор на сноуборде. И есть, получается, как ледокол. Везде пистолеты, только в одном месте получается у нас ружье. Сейчас мы выбрали ружье. Успели выбрать. Графика, я не сказал, чтобы крутая какая-то или что-то в этом роде. Ну, блин, не знаю. Графика не крутая, ничего крутого нету, но FPS жрет прилично, как я заметил. А, все, я понял, что я выбрал. Вот, мы прицел нашли, получается, да? Да, прицел есть. Фамас нашли, отлично. Так. Прицелы, видите, прицелы, получается, переключаем на авто. Это-то, я так понимаю, от первого лица. Вот смотрите, видите, какая машина. Я тут уже второй раз появляюсь. Машина называется Европа, вроде бы. Если не ошибаюсь, если там себя пришел нормально. Да, Европа. О, шлем. А, я думал, что это не то. Не понял, что за фрезы. А, ну понятно.
застрял в двери, получается. Вот мне шлем выпал, до этого шлема не было у меня. Мы в зоне, вот получается, где люди спрыгнули. Да. А, нет, где люди умерли, получается. Недалеко от нас. Отлично. А, мы не в зоне, будем двигаться вот сюда куда-нибудь. Сквозь поля. Файл аэро получается. Ага, вижу, вижу, вижу. Минус. Что за дурак, почему не поднимает пушки такие? ЮМП. Но чтобы убить человека, там попасть в него раз 6 в данной игре. Нет, значит, он не нужен. Одеваем, у нас два получается. А, видите? А, коллиматор у нас есть, коллиматор. Так. Здесь 5,56, 9 миллиметров, 7. 9 миллиметров тоже берем.
Вот он, получается, купил скин, где красная, в принципе. Нет, палиться не будем. Шлем тут, в принципе, да, шлем тут один. Нет такого, чтобы был первый уровень, второй уровень, третий уровень. Тут всего только один, всего один уровень. Опа, аирдроп где-то упал. Так, где у нас аирдроп упал? Не показывает. Вот этот красный, я так понимаю, это люди убили людей там. Приближения нету коллиматора. В ПАБГе оно есть. Наклоны вправо-влево, нет наклонов тут. Я вот только еще ни одного прицела не видел за две катки. Так, оружие у нас есть, отлично. Мне интересно, а вон там что было? Нет, там это просто палатки получается. Да, игра прикольная, но не знаю, на любителя. Да, с другом поиграть можно, когда так 5 сыграть, там, 6. На больше она не потянет, эта игра. Те же самые голодные игры, но оптимизация здесь лучше. От первого лица. Нам от третьего получше. Мы первый раз играли третьего лица. Я говорю, от первого лица намного удобнее. Когда ты человека видишь, а от третьего играешь лица, ты можешь полностью провернуть и всю карту посмотреть, откуда стреляет. Не так интересно. Можно сказать, что это читы. О, мы в зоне. Отлично, все. Или выбил он ее, или что? Да, получается, у нас есть прицел. То что получается? А, это мы можем в принципе переключаться на стандартные. Здесь фишка такая, что мы можем переключаться на стандартные. Аирдроп где-то падает. Где-то вот эта фишка, конечно, ну непонятно, если честно. Почему не показывают, где аирдроп падает? Может, кто-то хочет его залутать?
Опа. Ага, стрельба там. У нас винтовки нету, ничего нету, в принципе. Какие ты дурацкая у нас. У нас 9, 7,62 у нас. Что это? 12 получается. Это помповик. 5,56 у нас МПХ. А, нет, 9 мм это. И ФАМОС 5,56. 7,62 это на коллаже. Чем тогда не нужно? Я их скину. Надо попасть в топ-10 и посмотреть, дают ли здесь, как в PUBG, получается, X3. X3 или X4 там дают. Уже топ-17. 7 человек еще пусть помрет. Просто сейчас зона будет, блин, ну не знаю. С этой стороны она уже много схавала. Я думаю, зона где-то вот... Блин. Зона где-то вот здесь вот будет. Вот. Где-то вот в этом городе зона будет. Вот так вот. Куском получается. Или вот так просто маленький кусочек. Я, в принципе, в зоне должен быть. В принципе. Если город не зацепится, я должен быть в зоне. Но никак не это не может быть. Хотя, в принципе, нет. Это, скорее всего, будет. Тут вон люди, смотрю, с эмочками играют. Я эмку не взял. Надо более-менее еще. Да, я даже не так, даже у нас самая идеальная зона у нас. Самый идеал мы. Будем ждать. Оп, вот отлично, отлично. Вот теперь вот так будем перекидывать. Прошлый раз, прошлую катку я попал топ-11. По глупости умер. Не услышал, что прилетела граната. Сейчас все сюда рванут. По-любому все сюда сейчас рванут. Стреляется очень далеко, я думаю... А нет, все. Да, где-то вот здесь стреляется, вот. Топ-10, все. Посмотрим, сколько дают. Мне там 100 с чем-то дали. 190, что ли. Посмотрим, сколько топ-10 дадут. А может, топ-1 займем. Сейчас он сужаться будет, сейчас будет стрельба конкретная.
Непонятно, где вообще все? Ничего не слышу. А вот у машины. Пролетел дальше. Я так понимаю, он кого-то вот сюда поехал. Нет, еще дальше поехал. Да, я он в горы поехал, скорее всего. Он грамотно взял. Сейчас будет сужение, посмотрим, что из этого получится. В смысле, а чё, вообще никак свободной зоны не остается? Ага. Весело. А, получается, он самолетом садится. Подавили дуру. Отлично. Два живых. Я не понял, в чем прикол вообще весь.
Или я должен был, в принципе, убить его, и после этого только я должен был сесть в самолет и улететь. Там живых осталось двое. Что-то я вообще прикол, не понял, в чем прикол вообще весь. Ага. А, ну я первый, все, я Виктори получается. Да, получается, я первый выиграл. Я первый, кто прыгнул в самолет, сделал 2 килла. Получается, здесь не 100 человек, а 59 прыгают. 478, топ-1. Я сейчас взял, получается. После меня другой человек сел. Прикольная игра, прикольная. Стоит всем поиграть в нее. Ну, учитывайте, что на стадии разработки есть очень много нюансов, очень много. Игра очень сырая. Да, в нее можно просто с друзьями пробиться, но не больше. Как профессионально учиться? Тут стрелять вообще по-другому, в принципе. В PUBG как бы более реалистично стрелять, чем тут.